Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Лера Кудрявцева в очередной раз поделилась развивающим уроком своей дочки Маши, который она проходила с педагогом Еленой Куликовой. Открывай молнию, первая молния, какая? Страшная. А это? Маленькая. А это? Желтая. А это? Зеленая. А это? Вот это? Какая? Голубая. Да, а это? Синяя. А это? Синяя. Вот это? Голубая. Фиолетовая. Фиолетовая, конечно. Это? Розовая. Давай тянем, тянем. Ой. Так, это? Черная. А это? Белая. Молодец, давай 5. Отлично. Понравились тебе какие у Лены молнии, да? Можно их открывать и закрывать. А давай вот так. Закрой молнию зеленую. Зеленую. Закрываем. А теперь закрой черную. Черную. Ищи. Делал тонким голосом. Ваша мать пришла. Молока принесла. Козлятки открыли дверь. Волк бежал в избу и всех съел. Вернулась коза из лесу. Вбежала в избушку, а там нет никого. Начала она... На данном уроке Маша открывала молнии по цветам. Педагог по порядку предлагала открыть молнию и назвать ее цвет, когда все были открыты. Елена перевернула доску и предложила открыть замок определенного цвета. Маша без ошибок выполнила указания наставницы. После занятий Маша была вознаграждена сладким чаепитием. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.